Вот, казалось бы, откуда они берутся, вот эти вот жуки? Вообще не понимаю. Положил, съел яблоко, положил. Вроде, ну, вроде как и не лето еще, и жуков особо нету, и типа окна все закрыты, и везде все занавешено. Ну, типа, только положил яблоко, откуда ни возьмись, прилетает, садится и ест. Хотя кто это такой, что он вообще ест, откуда он взялся? Ну, он явно вот нашел мое яблоко. Что это за такой зверь непонятный? Откуда он взялся? Ну, муравья чем-то похож, но это не муравей. Это какой-то другой зверь. Ну, вернее, насекомое. Откуда вот он взялся? Какой-то жук, который ест яблоки. Жук-поедатель яблок. Сейчас он наестся и улетит. Вообще, честно говоря, вот неприятно, когда прилетает моль, там ест твою одежду, всякие жуки. Не то чтобы мне яблоко жалко, а в то, что мне неприятно, что у меня в доме обитают жуки, которые едят яблоки. Ну, вообще, какие-то жуки, типа, не важно, что они едят, но они обитают, типа, это не очень приятно. Это очень странно. Чуть не уронил телефон. Да. Ладненько. Такие вот жуки здесь обитают.